Да. Слушай, ну, сейчас все никак не может возродиться и запуститься Торрекса. Что думаешь по этому поводу? Ну, что я думаю, ждем. Направление мне нравится, тоже заходить буду, хотя у нас там многие партнеры, ну, вот мои там из команды не будут заходить, хотя мы хотели. Почему? Объясняю. Не потому, что проект плохой, а потому, что... А Нивантарес есть? Да, есть, конечно. Какие у них? От М11? Да, ну да, большие там эти... Поэтому они не заходят. Им пригрозили. Потому что можно заработать на других направлениях намного больше по партнерке, потому что здесь только вот на пассиве, да, здесь очень круто, тридцаточка в месяц, это нормально, нормуль. А для лидеров, чтобы там выкосить партнерку, то нужно прям, я не знаю, там какие капиталы, как раз вот М11, там, такие ты более-менее заработаешь. Бинар там они не то что срезали, вначале была информация такая, потом уже, когда уже более официально там стали, они все это... Там две ноги качать надо самому. Показывать, но там уже такая уже. То есть вот если даже сравнить Binsonos, где нету бинар, я не знаю, понимаешь, да, наверное? Ну, я там есть, но мне что-то... Ну, он не зашел вообще никак. Я понимаю, есть проект, вот у меня Qubitech тоже такой же был. То есть у меня душа к нему вообще не лежала. И я его не качал, хотя отработал он хорошо. Но я не жалею, что я его не качал, собственно говоря. Сейчас-то да. 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 Чуйка мне опять что-то там под это поднашептала. И продолжай. Нашел проект, и он еще даст свое там, то есть он только начал свои обороты, но сейчас мы ждем там запуска DeFi в июне. Кстати, уже сейчас вот они должны уже это все запустить. И можно поскорее выйти без убыток. И тут на партнерке, там из-за того, что там партнерских много всяких вот этих уровней, там один линейный, потом там за оборот тебе дают, потом еще там за партнеров за начисление, если у тебя там какой-то там оборот раз в месяц. И вот это в скопе дает очень хороший приток по партнерке. Если мы сравниваем с Торрекса, да? Правильно я называю? Да, да. Но он сейчас тухленький там будет. Да, то он там вообще никакой, по факту. То есть его там, да, лидеров много, все там, и может работать долго. Это для долгой работы это прям супер. Как вот в Антаресе, да? Там, да, абсолютно. История такая же, собственно говоря. Начиналось тоже там. Они взяли такой же, да, план по 1000 изначально, потом мы будем там увеличивать, скорее всего, будет 2500, потом 5. Ну да. Долларов, там 10, там 50, и это плавный маркетинг, это хорошо. И для долгой работы здесь, для пассивных инвесторов, кладезь по заработку. 100 дней до безубытка мы выходим, и потом уже идет чистая прибыль. Но для нас, как для лидеров, можно найти более какой-то там интересный проект. Во, смотри. Сейчас, да, бинар, в котором ни хрена там, по большому счету, не будет заработано. Плюс линейка это. Смотри, у них от 1000 две линии у тебя открыто. А по факту все заходят на первое время на 1000 максималку. То есть там, по большому счету, по партнерке тухляк. Я согласен полностью. Но потенциал поработать есть. А по команды огромные выстраиваются где? В тех проектах, которые могут долго поработать. Представь, если он будет реально там год работать, там можно выстроить просто огромнейшую сеть. Да. Окей, следующий момент. Я читал там информацию, и одним бинаром там не ограничится. То есть, как в Антаресе, да, тоже бинар, а потом, пожалуйста, line profit, все бабах, уже под тобой. Угу. Пошла как раз-таки вот эта монетизация. И самое важное, что если он реально там проработает год или полтора, там, да, потенциал в принципе есть, да, судя по математике, судя по лидерам, то есть мы понимаем, кто качать будет, то там можно огромнейшую команду выстроить. И когда эта команда заработает, ты можешь дальше развиваться в других направлениях вообще без проблем, уже с командой, с готовой, которая заработала. Во! Ну, это мои мысли. И поэтому я сказал, ребят, ну не хотите, не заходите. Я, собственно говоря, мне и для канала хорошо, для развития. Потому что, собственно говоря, после, вот как мы перед Новым годом проводили прямой эфир, у меня скамов еще и не было. Ну, там эти веселые, или как они там...
Ну, игрушки, наверное, там какие-то. Ну да, игрушка одна проскамилась, и все. А игрушки это будет вообще все, просто там. Потеря ничего. Была максимально 3000 рублей у людей. Ну, понятно. Это не Вега. Парни, я за Тарекса особо не следил. Просветите, а что народ так воодушевился? Там что, какие-то крутые админы или что народ его так ждет-то? Ну, по факту, да, там и админы адекватные, и плюс еще там огромный хайп вокруг этого Тарекса, потому что заходят очень крупные лидеры там со всех стран, с азиатских, там с европейских, с российских веток тоже сетевики заходят очень крутые. А не получится ли как с ВГСом в прошлом году? Мы знаем эту историю, которая ходит в интернете. Я сказал так, говорю, ребят, смотрите, здесь может быть абсолютно все. Я даже сейчас еще один вариант раскидаю, какой может быть, ну, чисто теоретически. Так, кто-то мне что-то написал. Ага, так. Короче, что может случиться? Давайте присмотрим. Ну, такой вариант тоже может быть, да? Смотрите. Сейчас, короче, всех собрали. Я вообще сказал ребятам, говорю, ребят, ну, на пассив соточку зайдите. Первую неделю-две посмотрим вообще, как развитие будет, как инфополе будет заниматься, вообще, что будет. Может быть, там тут сайт ляжет просто в первый же день, да? Или там выводы там будут висеть, там, да, и негативное инфополе пойдет, да? Соответственно, что можно? Можно просто зайти на соточку, занять место, просто посидеть, посмотреть. Пойдет развитие, увидим какую-то динамику, можно усилиться. Вот, и я какой вариант, то есть мы недавно вот когда в Дубае были, я говорю, ребята, прикиньте, такой вариант тоже же может быть, да, теоретически. Все такие заходят, они такие, максималка 1000, они на старте подготовили там, не знаю, 100 тысяч человек, которые махом просто залетят туда, они со 100 тысяч, каждый по 1000 закинет, это сколько денег будет? 100 тысяч? Нет, 100 тысяч человек по 1000 долларов. Миллион, наверное, или 10 миллионов, наверное. 10 миллионов. Да, 10 лямов долларов. 100 тысяч. И еще 0. 100 тысяч это 5 нулей и плюс? 100 миллионов. А, 100 миллионов. 100, да. 100 миллионов. И они такие все, ну все, ребят, спасибо, нам хватит. Да, всем спасибо, то есть, факту, все свободны. Да. То есть по факту получилось, да? Ну, теоретически это возможно. По факту получилось. Ну, как бы закинули штуку, ну, рискнули. Ну, блин, ну, так вот да. Получилось. И как бы особо и не обиделся, да? Потому что вроде как небольшие деньги. А те такие, хлоп, собрали 100 лямов, ну, нормально. Хороший представ. Писать не будет, да? Поэтому тут, видишь, Володь, вопрос-то возникает, предыдущий админ, ну, в смысле, админ, который запускает, чего он добился в предыдущих проектах. Поэтому, понимаешь, я вот даже иногда задумываюсь, откуда этот хайп берется. То есть вот вы говорите, вот там крутые сетевики подключились. Окей, на каком основании они так возбудились-то? Им заплатили за это? Или они этого админа лично знают? Вот, понимаешь? Скорее всего, там как запускается крупный проект. Вот Кубитэч, я просто тоже кто основатель, кто создатель. Причем ты его так тоже яро качал. Такой крупный лидер, но я не буду говорить, кто это. И все, который запускает там проекты там раз в 2 года. Такие, их под шумок, типа, что я это не я, и жопа не моя. Да. Вот, поэтому здесь такая же история, я так думаю, что не просто так все подключаются, скорее всего, знают, кто как там, через десятые руки все это доходит до более мелких сетей. Ну, например, вот ты заходил в Кубитэч, потому что знал, что этот админ баблосборов не делал, что если он запускал проект, этот проект реально работал, ну, какое-то время, да? Да, но здесь я не знаю, кто админ и ни с какого. Ну, понятно, да. Слухи ходят, но точно не с ВГС. Потому что, видишь, как с ВГСом забавно получилось. Когда все соскамило, все начали искать, ой, а кто же там админ? И выяснился, это Михаил, вроде бы, как он и не админ, а он там говорящая голова, да? На деньги наказали. Да. Ну, я имею в виду это. Приехали, отобрали, что нужно. А, понятно. А у тебя на канале, по-моему, по Ezra Connect я видел, да? Что про него расскажешь? У меня все хорошо там, где-то 600 человек у меня команда, монеты я еще не фиксировал и не буду это делать, я жду доллара, то есть я по доллару буду фиксировать где-то там в сентябре, наверное, там по графику, сентябрь, это будет как раз
время, когда будет $1 стоить, и, в общем, как бы хороший заработок у меня будет. У меня сейчас 50 тысяч монет. Где-то на 12 тысяч долларов. Я сегодня, кстати, как раз считал по сегодняшнему курсу. Я заходил по 16 центов. Сейчас монетка стоит, по-моему, 25 или 26 центов. Я жду доллара. Заходил я на 10 тысяч долларов. Сейчас, если я продам, это 12 тысяч долларов. То есть уже я в плюсе, я зафиксирую и прибыль, и свой депозит. Но я хочу как рискнуть. Десятка не критичная. Это, там, заработок за неделю там, в каком-то одном направлении мой. И, собственно говоря, я хочу рубануть здесь, попробовать. Потому что ажиотаж тоже такой достаточно интересный. Тоже там. Он международник, да, там такой? Его как этот? Международник, азиатский. И тоже такой интересный вокруг него ажиотаж складывается. Да, и шанс есть, что там монета... Ну, не знаю я как до Нового года, но я бы зафиксировался до Нового года, все-таки подстраховался. Планом или в декабре монета уже будет стоить $9 по графику. Слушай, Вова, вот сейчас Артери очень сильно шумит. Ты там не заходил? Ну, я зашел, у меня там изначально, мы же приглашали основателя Артери, это Максим, забыл как его фамилию, но он у нас выступал в закрытом клубе. Ну, я чего-то... Я, кстати, вот перед Новым годом говорил, что я зашел, вот как раз 16 проектов я показывал тоже в Артере, что я зашел, но я не стал там дальше двигаться. Не знаю, почему. Ну, точнее, знаю, просто вот решил туда, не знаю, не инвестировать. Не вдохновил как-то, да? Свои силы. У меня бывает такое. То есть все хорошо может быть, и проект может работать там год, или там вот как Кубитэч, там 11 месяцев. Кто-то меня там внутри останавливает. Я не знаю, я прислушиваюсь к своему чутью, я вот решил пропустить. Хотя оно может меня и подводить. То есть он может работать и сейчас работает до сих пор. Если бы я зашел тогда и инвестировал крупную сумму денег, то я бы был бы в хорошем плюсе. Потому что душа не лежит, ну, понимаете, да, есть такие направления. И да. Когда так происходит, то вот как у Дениса он сказал, про что мы там, про Бенсонос, да, не зашел, и люди это чувствуют, понимаешь, на подсознательном уровне, что тебе проект не зашел. Понимаете? Ну да, я один обзор на него записал, как бы, ну, вывожу там, ну, вот как-то, я не знаю, ну, процент какой-то маленький, неконкурентоспособный. Что-то, ну, как-то вот так вот. Я не вижу какого-то шума вокруг него. Вау, вперед там, то есть. Ну, как-то я так. Уже и автопрограммы, и жилищко там, так что все впереди. И де-факт. Может, что-нибудь такое будет. Может быть, там на автопрограмму зайду или еще. Ну, сейчас, если во Френдексе как получится, посмотрим. Как смотрели на канале у Мухаммед Галиев имя. Рустам Мухаммед Галеев. Мухаммед Галеев как раз тоже заходит, кстати, в Торекса. А он выбирает в год себе там одно-два направления и качает их до талого. То есть у него Финика, у него Антарес, и у него вот сейчас Торекс. И еще какой-то там был проект, но я, честно говоря, не помню. Вот у него там 2-3, ну 4 максимум за год. И вот он показывал свой результат. У нас, кстати, тоже в клубе 2 раза мы его приглашали. На Бали, по-моему, или где он там? А, нет, на Филиппинах, по-моему, он жил. Он рассказывал о своих результатах, и он тоже там на канале говорит, да, показывает, что вот он за этот месяц там купил несколько квартир в Дубае, там еще там где-то. Короче, заработок у человека $600 тысяч в месяц. Вот такие вот чеки можно на проектах делать. Кто там не верит. Ну, у него мощная команда. У него там, я, насколько я знаю, он трафик, который ему идет, он даже не он обрабатывает. У него есть люди, которые... Я знаю, да. Ну, молодец, что красавчик, есть чему стремиться, но это прям очень большие деньги, и с ними работать нужно очень аккуратно на этой планете, потому что может обраточка прилететь вообще капитальная. Ну, да. За любые приходы надо всегда платить. А платим... кто понимает, что здесь можно разными вещами. Можно за рулем заплатить, можно
деньгами, отношениями или временем. Ему уже тогда этот, не квартиру в Дубае, а бункер какой-нибудь там. Нет, просто надо тоже, если грамотно все делать, то можно и с большими деньгами работать, все будет четко. Ну да. Угу. Так что как-то... Так. Так, ну что, в принципе, все пообсуждали. Вот смотрю, таких особых вопросов нет. Так, всем привет. Что думаете о Dell от SpaceBot? Ой, это же не знаю. Я уже все, я больше не это самое. Не рассматриваю MLM-коины. То есть вот это вот R3, то, что там... Я тоже много скидают сейчас вот эти там даже на рекламу там всякие там... Да. Мы там запустили, мы там... Я вот все говорю, нет, давайте. Давай, до свидания, как говорится. Давайте без меня, да? Да, да. Так, пишут тут Михаил из Вилови. Кстати, был, что болтал в ИГС. Да, он в Вилови был, я знал. Он в соседних параллельной ветке был. Когда я еще в Вилови был. Ну, Голденберг этот. У него другая фамилия, это он так все. А Дэн, как там поживает Safe Team Bot? Что-то развиваете? Да, весь свой функционал он выполняет. Mm-hmm. Как бы, наверное, надо что-нибудь записать по нему, да. То есть, потому что сейчас новая аудитория как бы уже подтянулась, а mm-hmm. она знает об этом инструменте. Хотя у меня под каждым видео ссылки есть. Mm-hmm. Вот, а так он функционирует, то есть полностью вот все, как что в него заложено, все у него работает. Количество пользователей росло последние месяцы, там регистрируется народ. Вот если честно, мы сейчас его особо как бы не это, по той причине, что очень много налетело туда вот этих вот школоты, которые, которые в принципе нам не нужна. Вот. Я думаю, что, наверное, может быть там через месяцок, когда про него там уже все позабывают, мы зачистку глубокую сделаем. Вот. И все, и потом можно пользоваться опять. Все вот эта ботня, все ненужные аккаунты, которые не пользуются, не заходят, то есть они все улетают, как бы, и все. А так все там, кто что делает, без проблем с командами, кто хочет, работает. Я в первую линию, я частенько его использую для работы вот там в проектах. Там. То есть кидаю посты в первую линию, к примеру. Там, да. Ну, на глубину я не делал сразу. Как бы, думаю, там ребята сами там приглашали, выстраивали свою сеть, поэтому я не буду. Вот, а на первую линию я работаю всегда. У меня нормально, там человек, наверное, 400-500, наверное. Там. Ну, вот в первой линии нормально. Понятно. Так что такие вот дела. Так. Новичкам только в Рой-клуб. Что скажете про симбиоз? Кстати, симбиоз, Вова, что ты знаешь? Что скажешь? Слушай, ну я, честно говоря, хотел в него зайти, тоже там увидел информацию, поизучал немножко. Неплохой такой проект, но что-то тоже в связи с тем, что у меня тут вообще в Москве прям сумасшедший дом со всеми делами, прям вообще приехали, просто такой шквал событий, бэм, причем кто вокруг нас, это тоже все коснулось. Там вообще тут все на суете. Поэтому я даже ролики вот раз в две недели, вот я последний ролик записывал, вот выложил только так, у меня там почти две недели не было на канале, ничего. Не пишу, но сейчас до Сочи уже доберусь и уже там войду в прежний режим потихонечку, там, ближе к концу лета, наверное. Вот, я по симбиозу, я там есть, но я даже купил себе абонентскую плату, вот эту 12 тысяч, которая, но я что-то так и не зашел. Сегодня мне партнер один написал, говорит, Дэн, хочу в симбиоз, говорит, на телефон. Я говорю, слушай, так тебе, ну, я не знаю, сколько телефон собираешься брать, ну, тебе 12 тысяч просто заплатить абонентку. Я говорю, давай так, у меня есть аккаунт, где я уже проплатил. Ну, на моем аккаунте сделаем тебе просто, получишь себе телефон. Mm-hmm. Вот такого, да, ну, давай, я завтра как раз там пообщаюсь. Там. Я просто хотел тогда, думал, на машину зайти, потом мне там одну информацию дали, и я что-то как-то такой, нет, тогда я точно не пойду. Короче, как-то... Притормозил, да? Ну, хотя он поработает, да. Global Star Club. Возможности безграничны.